Во вторник на заседании регионального правительства обсуждали состояние дорог и их отсутствие. Сложно представить, но в 21 веке в Ивановской области 600 населенных пунктов не оснащены твердым дорожным покрытием. То есть, по сути, там нет дорог, только большие тропы. Кроме того, есть очень много населенных пунктов, которые располагаются неподалеку, но дорогами между собой не связаны. В этом году один такой маршрут начнут прокладывать. Летом стартует строительство автомобильного полотна Жажлево-Ильинская в Книшемском районе. Планируется, что к 2017 году эти два населенных пункта будут соединены 11-километровой дорогой с щебеночным покрытием. Стоимость объекта 400 миллионов рублей. Цифра моментально вызвала бурные дискуссии. Недороговато ли 36 миллионов рублей за 1 километр щебеночной дороги? Вице-губернатор пояснил, что сумма соответствует действительности. Цифра шокирующая. Вот. Но действительно, во-первых, этой дороги просто нет. Она должна проходить по лесам, полям, болотам. И в любом случае там будет создаваться полотно, будет создаваться соответствующие канавы для отведения воды, перепускные трубы, щебеночное покрытие. И вся документация проходит государственную экспертизу, поэтому лишнего там быть не должно. Хотя согласен с вами, цифры шокирующие.